Всем привет, ребята! В четверг у нам знакомой группы Тотзунде вышел новый клип. Мы сейчас посмотрим, потому что эта группа мне очень сильно понравилась, и я не хочу пропускать премьеру нового клипа. Вот, и я знаю, что от меня пришло много очень новых подписчиков к ним. Я очень рада, что вы следите за группой, которая действительно... Мне нравится, что вы следите за группой, которая действительно круто играет, которая... Не типичный индастриал, как обычно, от немцев, а в грув. Что это тоже интересно, и я надеюсь, группа дальше станет популярной. И ждем концертов в России. Так что давайте сейчас приступим к новому клипу их. Посмотрим. Так. А новая песня и новый клип называется «У Тотзунде Вер Шпилен Год». Мы играем в Бога. Что в этом гитары очень нравится то, что они сохраняют единый стиль, и ты понимаешь, что это та группа очень круто звучит.
Вот такая была песня на злобу дня. А в плане того, что мы не вправе решать чьи-то судьбы, играть чьи-то чувствами. Да, здесь взяли за основу животные, но это можно применить к людям, как обычно. Ну, вообще, мне кажется, что у каждой группы есть такие клипы, где они затрагивают темы там, о природе, политике, люди, отношения друг к другу людей, а в целом всего мира. И как бы это очень круто, что группы могут так, ну, через свою музыку передавать свои эмоции, также выражать свои какие-то протесты, может быть, с чем они не согласны. Поэтому очень круто, когда группы действительно так делают. Также, ну, естественно, до песни надо подумать. Да, конечно, текста нет, но, в принципе, тут все ясно и понятно. То, что мы не вправе играть с людьми, мы не вправе играть с чьими-то эмоциями и также быть кем-то выше, чем другие. Мы не вправе... как объяснить? Мы не вправе просто решать, ты вот так вот, а кто-то другой вот так. Да, здесь показано примеры животных, но это и так понятно, что это животные тоже, к животным такое не должно быть так же отношение. Вот. Ну, вот это тяжелый клип, действительно, в плане того, что оставляет все равно осадочек в глубине души. Так что, я думаю, должно все подумать, то, что так не должно, никто так не должен делать просто-напросто. Все мы должны быть... Как минимум друг друга уважайте, как минимум помнить о том, что каждого человека, каждого животного есть свои чувства, есть свои эмоции, которые мы как минимум должны берегать. Вот так я думаю. Поэтому, ребят, спасибо вам за такие клипы, спасибо за то, что даете людям вот так, чтобы они думали хоть чуть-чуть. Поэтому спасибо вам. Спасибо всем за просмотр, обязательно подписывайтесь на группу, обязательно подписывайтесь на мой канал, и до скорой встречи в новом видео. Всем пока!